Rainbow English, учебник 5, класс, вторая часть, Unit 5, Step 7 и упражнение номер 5. Итак, по заданию нам нужно описать город твоей мечты. Единственное, что вот я не могу понять, вот эта картинка относится к городу вашей мечты, или это вы сами вообще должны сделать, что хотите. Вот, кстати, действительно непонятно. Возможно, вот картинка, да, и вы должны представить, что это город вашей мечты, и ее описать. Или, возможно, вы полностью сами описываете. И если все-таки по картинке, вот здесь проблема, я ничего по ней не могу понять. То есть, что это у вас тут, парки или что, оно мне в черно-белое. Поэтому, так, ну давайте я попытаюсь, конечно, ее так немножко описать, то, что хотя бы увижу. Но, если что, ориентируйтесь на то, что я не совсем картинку описываю. То есть я буду описывать город, который там, о котором можно помечтать. В принципе, опираться мы будем на вот этот текст. Если что, в предыдущем упражнении мы его читали, переводили. Поэтому кое-что там будет прям совпадать. Итак, то есть вы уже сами пишете про свой город мечты. Это заглавие «The Town of My Dream». И затем вот начало, в принципе, может у нас быть практически таким же. То есть сначала мы напишем, большой он или маленький. The town of my dream is... Ну, я лично не люблю сильно больших. Например, напишу is not very big. Вот там у нас тоже по тексту, но он очень красивый. Ну, в принципе, можно сказать. But... It is very beautiful and cozy, и уютный для жилья, так скажем, to live in. Так, теперь пошли всякие важные достопримечательности, объекты, которые нас привлекают в нашем городе мечты. There are a lot of comfortable houses in my dream town. То есть, что означает, в городе моей мечты много удобных домов. There are big modern... Так, сейчас перенесу. То есть хочу написать, что там большие современные гостиницы, big modern hotels and cinemas too. А, даже так, there are big modern hotels, и давайте побольше напишем, cinemas and theaters there too, что означает, там также есть большие современные гостиницы, кинотеатры и театры. Ну ладно, город небольшой, но вот, допустим, вот это все там есть. Затем you can see, вы можете увидеть. Ладно, элотов не будем, и так много. You can see a big, давайте прям большой, даже очень большой, a very big green park. Вы можете увидеть очень большой зеленый парк в центре города, of the city. В этом парке, давайте там представлять, in this park, you can, что мы там можем сделать, ride a bike, кататься на велосипеде, проводить пикники, have a picnic, feed birds, кормить птиц, например, in the ponds, в прудах, да, допустим, в парке пруды будут. Так, что еще такого? Ну, например, the ponds and play, что мы там можем, и играть в разные игры, and play different games. Затем, что же еще такого в нашем городе мечты? Ну, давайте, наверное, образовательное учреждение. In my dream town there are a lot of, много красивых, даже, наверное, может, хотя не очень красивых, может, тут не важно, a lot of, хотя ладно, нет, я бы насчет школы и университетов,
a lot of, давайте, современных, modern schools and universities. Так, ну, в принципе, наверное, этого и хватит. И скажем, так, что у нас там было в тексте? Ага, у нас музей, картины, галереи, да, вот это мы давайте еще тоже возьмем. Так, you can see, опять же, you can see some, несколько old cathedrals. Ой, подождите, не помню, было ли слово cathedral. Давайте возьмем churches, тогда церкви точно были. Some old churches and... я даже не знаю, замки вам, наверное, туда не надо, да, потому что у нас современные какие-то там здания, и тут еще замки, ну, как-то подозрительно. Тогда возьмем churches and... вот и вопрос, что же там еще можно тогда старенького увидеть? Ну, давайте памятники and monuments in my dream town. И давайте скажем, что туристы также могут посетить. Tourists can visit our museums and picture galleries. И туристы могут посетить наши музеи, картины и галереи. Ой, давай только не наши. Давайте напишу famous museums and picture galleries in my dream town. То есть туристы могут посетить известные музеи, картины и галереи в моем городе мечты. Вот думаю насчет магазинов. Так. There are. Последнее давайте. А, почти предпоследнее. There are also. То есть также есть a big supermarket. То есть также есть большой супермаркет and a lot of small и много маленьких магазинов, shops in it, в нем. I think, я думаю, я уж не знаю, что тут напридумывать, you would like to visit, я думаю, вам бы захотелось посетить мой dream town. И давайте знак восклицания. Так, и теперь давайте по новой я тогда прочитаю, переведу. Вдруг вам это надо будет заучивать, рассказывать. The town of my dream, то есть город моей мечты. The town of my dream is not very big, but it is very beautiful and cozy to live in. Город моей мечты не очень большой, но очень красивый, и в нем удобно жить. Ой, неудобно, уютно жить. There are a lot of comfortable houses in my dream town. В моем городе мечты много удобных домов. There are big modern hotels, cinemas and theaters there too. Там также большие современные гостиницы, кинотеатры и театры. You can see a very big green park in the center of the city. Вы можете увидеть очень большой зеленый парк в центре города. In this park you can ride a bike, have a picnic, feed birds in the ponds, and play different games. В этом парке вы можете покататься на велосипеде, провести пикник, покормить птиц в прудах и поиграть в разные игры. In my dream town there are a lot of modern schools and universities. В моем городе мечты есть много современных школ и университетов. You can see some old churches and monuments in my dream town. Вы можете увидеть несколько старых церквей и памятников в моем городе мечты. Tourists can visit famous museums and picture galleries in my dream town. Туристы могут посетить известные музеи и картинные галереи в моем городе мечты. There are also a big supermarket and a lot of small shops in it. Также есть там большой супермаркет и много маленьких магазинов. I think you would like to visit my dream town. Я думаю, вам бы захотелось посетить мой город мечты.